Рисовать на камнях интересно, говорит Таисия. Большие для пейзажей, поменьше для нерп и матрешек. Свои работы ученица 8 класса представила на международном форуме в Китае и Монголии. Матрешки – это символ России, но для других стран, чтобы было как бы интересно. Байкальские пейзажи заграничное жюри оценило. Диплом второй степени – только начало творческого пути юной художницы. Есть чем гордиться и другим ученикам. Экспедиции на Халхин-Гол и в Подольск принесли без пяти минут выпускнику гимназии Вадиму Семенову медаль. В составе поискового отряда «Рысь», который уже 12 лет поднимает останки погибших на полях сражений, гимназист отыскал павшего бойца. Я раньше хотел стать, не знаю, врачом, учителем, но после поездки я захотел поступить в военный учитель. Училище, чтобы просто как-то хотя бы связать свою дальнейшую жизнь со своими поездками. Если будет возможность, я обязательно еще поеду. Уже внутри трепет такой, что ты ждешь уже вот-вот поездка. Ночами просто перед ней не спишь, готовишься. Велопробег в честь ветерана Великой Отечественной войны и другие акции, которых не счесть, проводят здесь ежегодно. Неинтересно не бывает. Только так надо воспитывать будущее страны, говорит Вадим Добрынин. Проводятся у нас встречи с интересными людьми. То есть вот из последних мы общались, допустим, с летчиком, героем фильма «Кандагар» Шарпатовым, героем Российской Федерации. Но для меня лично работа связана с памятью моего деда, допустим, который прошел Великую Отечественную войну, офицер пулеметной роты и командовал. Прошел от Сталинграда до Чехословакии, имел 3 боевых ордена. То есть он является для меня примером памяти, предметом для подражания. Поэтому я, наверное, не могу иначе. Уже 7 лет в гимназии существует кадетский класс. Организовать его попросили родители учеников. Ежегодно старшеклассники выезжают на сборы в военную часть Улан-Удэ. Результат работы уже есть. 29 выпускников Турунтайской районной гимназии. Курсанты высших военных учебных заведений России. Оксана Тантоева, Сергей Костенко. Новости дня. Прибайкальский район.